Добрый день, дорогие садоводы и огородники. Несмотря на то, что на календаре январь, но световой день потихонечку, пусть как и в старину говорили, на воробьиный шажок прибывает, поэтому у нас сейчас самая ответственная и очень важная пора. Нам пришло время готовить, как вы сами понимаете, семена к севу. Какими бы хорошими они ни были, но все равно у них должен быть запас, у них должна быть энергия на весь предпосевной забег с момента посева и до снятия урожая. Конечно, если вы сравните свои семена, собранные у себя на участке, с теми, которые вы, положим, вот как я, принеся в студию, купила в киоске, вы заметите, что они разнятся. Разнятся чем? Разнятся и формой, разнятся и плотностью, разнятся толщиной, цветом. На первый взгляд это вроде бы незначительные какие-то такие нюансы, но на самом деле при посеве очень важно все и в первую очередь качество самих семян. Поэтому я предлагаю сегодня заняться предпосевной подготовкой, чтобы у наших с вами семян хватило сил дать отменные урожаи. Итак, с чего мы начинаем? В первую очередь мы должны просмотреть все семена. Какие они? Одинаковые или не одинаковые? Быть может, есть, вот если взять фасоль или там кабачки или бобы, они могут быть вроде бы зернышки немножко усохшие и сморщенные. Это не беда. Главное, чтобы в них не было дырочек. Потому что если есть дырочка, значит там поработал вредитель. И уже для посева такое семя не годится. Итак, первым делом мы сортируем наши семена. Сразу отбрасываем худенькие, щупленькие, заплесневевшие. Но поскольку я открыла пакетик магазина, то у меня такого быть не может. Хотя бывает и всякое. Вторым делом, что мы делаем? Иногда на глаз очень трудно понять, какое семя здоровое, а какое нет. Поэтому мы их замачиваем в соленой воде. Я приготовила заранее соленую водичку и брошу сюда семена огурцов. Те, которые опустятся на дно, мы смело оставляем себе, не забывая смыть соленую воду. Те, которые плавают поверху и не хотят опускаться, мы без жалости просто их выбрасываем. Они все равно пустые и безжизненные. Будем считать, что первый этап мы прошли. Что мы делаем затем? То есть мы семена промыли от соленой воды, немножко просушили, и теперь это особенно важно для собранных семян на своем участке. Теперь мы должны проверить их жизнеспособность. Как бы они вам ни казались хорошими, и вроде бы и толстенькими, и полненькими, и здоровыми, и живыми, они таковыми могут не быть. Поэтому прежде чем засевать грядки, нам надо с вами проверить их жизнеспособность. Как мы это будем делать? Возьмем тарелочку, положим на нее холщовую ткань, можно салфетку, и вот в такой вот конвертик, кармашек, насыпем зернышки. И оставим их на 10 дней. Потом мы посчитаем, сколько ж наших семян из расчета 10 штук все-таки дала себе знать, у кого появились проростки. И если их мало, меньше половины, то семена мы однозначно бракуем. Потому что даже каким бы ни был густой сев, он все равно не выправит ситуацию уже в сезон вегетации. Все равно урожай будет недобран. Ну и плюс к тому же все равно густо посели, нам все равно придется, как-то, наверное, пропалывать, убирать. Все равно нам придется прореживать сходы. А это тоже не есть хорошо, потому что повреждается корневая система тех сеянцев, которые будут расти рядом. Что еще очень важно, особенно для семян, которые опушенные, это помидоры, перец, для того, чтобы застраховать нашу будущую рассаду от такой напасти, с которой хорошо знакомы все огородники, как черная ножка, или каких-то всевозможных гнилей, нам обязательно семена надо обеззаразить. Чем мы это можем сделать? Во-первых, мы их можем поместить на 2-3 часа в кипяток, даже не столько кипяток, в горячую воду, температура которой 50-52 градуса не выше. Проще всего это сделать в термосе. То есть завязываем семена в какой-то мешочек, предварительно проверяем температуру воды и опускаем туда семена. Если не хотите возиться с термосом, можно поступить иначе. Тогда готовим насыщенный, почти черный раствор перманганата калия и опускаем в него семена. Пусть они полежат там час-полтора. После этого их достаем, промываем водой.
Так, с обеззараживанием вроде бы все понятно. После того, как мы нанесли такой, скажем, химический удар по возможным каким-то недугам, которые могут передаваться как самим семенем или как быть на земле, для нас теперь важно поддержать семена, ну, я бы даже сказала, питанием. Это можно использовать всевозможные микро- и макроэлементы. Но если, опять же, вы не сторонник химии, скажем так, то вы можете воспользоваться тем, что у вас всегда есть под рукой. Это сок алоэ, это мед, это настой золы, это даже раствор навозной жижи, если у вас есть, так сказать, возможность к этой органике. Ну, правда, не забывайте разводить хотя бы 1 к 8. Выдержав семена в этом растворе, мы дадим им... То есть мы их уже обеззаразили, а сейчас мы насытим еще дополнительным питанием для того, чтобы в самом начале роста они, ну, как бы выстояли перед всеми природными катаклизмами, которыми, возможно, весной. И мне бы еще хотелось дать один совет тем, кто особо увлекается тыквенными культурами. То есть это огурец, это сама тыква, патиссон, кабачок, это, конечно же, дыня, это арбуз. Те новинки, которые сегодня в наших условиях вообще великолепно растут, даже при минимальных каких-то затратах на укрытие. Так вот, раньше, в старину, семена этих культур женщины носили в холщовом мешочке при себе на теле как минимум 40 дней. Для чего это делалось? А для того, чтобы разрушить белок. Дело в том, что все семена, они очень богаты белком, который нужен семени в момент прорастания, чтобы вот выстрелить вверх, дать побеги, нарастить стебель, там, листву. Все это, конечно, хорошо, но когда много белка, то получается наши растения, ну, есть такое понятие, жиреют. Они дают листовой аппарат и забывают о том, что для нас же они ценны своим урожаем, то есть своими плодами. Когда же мы прогреваем эти семена, белок потихонечку разрушается. То есть семена искусственно состариваются. И получается, белка у них становится меньше, но зато больше появляется женских цветков. То есть как раз то, что нам и надо. Раз больше женских цветков, то и весомее результат. Конечно, сегодня я не думаю, что, ну, может быть, редчайшая хозяйка будет на себе носить семена. Достаточно завернуть их, опять же, в какую-то натуральную ткань и просто повесить на батарее или возле печи, где температура 30-35 градусов. И пусть они там месяц просто провисят, прогреются. Как следует подготовленные семена, я уверена, порадуют вас щедрым урожаем. И вы не будете жалеть о том времени, которое потратили на весь этот предпосевной марафон. Хороших и легких вам урожаев!